Ткачевым. Что-то еще помимо сил припасено. Хорош перевод. Дронов натягивает и загоняет под перекладину. Это первый гол Дронова за «Трактор». И сразу Григорий Дронов набирает 100-е очко в континентальной хоккейной лиге. Это шикарно. Дело 10-е. Вот, честно говоря, не понимаю я этого, как можно суммировать очки в регулярке и в плей-офф. Первая шайба за «Трактор» звучит понятно. Звучит. Да. Но здесь, конечно, Шабанов и Ткачев. Взаимопонимание у них на космическом уровне было на протяжении всего регулярного.